Форум и образовательную программу в этом году делает наш вуз, что для нас большая честь. Я хотел бы рассказать об образовательной программе. Вот всю систему интегрируем и основную часть делаем. Вот у нас два основных курса. Это «Россия и современный мир». Это курс о тенденциях развития мира, о национальной стратегии России и о том, как молодой человек, нынешний, современный, может построить свою жизненную стратегию с учетом стратегии страны. Это второй большой курс. Дизайн проектов – это про то, как свою идею проектную, иногда не оформленную, довести до уровня целей, цифр, бюджетов, сроков, рисков, и помогаем найти, как презентовать ее инвестору или спонсору, в зависимости от типа проекта. Учебная программа обязательно. Вот эти два курса все слушатели должны в обязательном порядке. Вся после обеда. Это практически ориентированный курс, то есть мы стремимся к тому, что у каждого участника есть такая тетрадь, он работает, и к концу обязательно проект уже оформлен. То есть он, в принципе, может с ним дальше идти, или если это бизнес-проект, то там в банк или в инвестиционный фонд, если это проект какой-то социальный, то искать спонсоров. Вам самим понравится? Да. Вы довольны результатом? Ну, есть недостатки, как всегда, но в целом я доволен и счастлив, потому что это грандиозный проект. Вот смотрите, сразу параллельно, допустим, 12 лекций по 400 человек, 50 тренеров работают. Вообще обеспечивает команда свыше 100 человек, это каждый день в течение всей этой истории. Нет, мы делали конкурс со всей страны преподавателей. То есть мы разрабатывали идеологию, мы делали контент. И подбирали под эти проекты? Да, учили их очень долго. То есть вы проекты подбирали не под своих преподавателей, а преподаватели подбирали под проекты, которые вы... Мы делали преподаватель, который помогал бы этим тьютерам, который проект вытягивал, тот, который действует ребят. Хорошо, спасибо.